привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. В Латвии выпал красивый белый снег. Поиграть бы в снежки. Но мы с вами сегодня покидаем Латвию и отправляемся за новыми впечатлениями в Калифорнию. В этом и еще в двух моих коротких видео я расскажу о своей 26-часовой поездке из Европы в Америку с пересечением границ трех стран, перелетом через Атлантический океан, сменой 10-часовых поясов и переменой климата. Ну что, полетели из снежной зимы в жаркое лето? Отправляемся на такси из центра Риги по Юрмальскому шоссе в Рижский аэропорт. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я в Рижском аэропорту, покидаю сегодня Европу и лечу наконец-то через полгода в Калифорнию. В Риге выпал глубокий снег сегодня, после такой красивой весны, а в Калифорнии, в Сан-Диего, температура плюс 31. Поэтому контраст, конечно, будет очень большой, не только в этом. Я прощаюсь с вами, европейцы. И до встречи, моя семья и мои друзья в Америке. Очень жду, соскучилась. Поскольку в аэропорту немноголюдно, пограничный контроль я прошла очень быстро. А времени до полета еще достаточно. Давайте из окон понаблюдаем, как идет расчистка снега. Из Риги в Хельсинки лететь неполных 2 часа. Народу мало. Вот такой маленький самолет, из которого можно понаблюдать за работой пропеллеров, полюбоваться снежными ландшафтами и голубыми водами Балтийского моря, расположенного между двумя странами – Латвией и Финляндией. Тем более, что финны во время полета нас поили их уникальным вкуснейшим черничным напитком, сделанным из черники, так богато растущей в лесах Северной Европы. Из Америки я буду рассказывать вам про Южную Калифорнию, про привычки и колорит образа жизни людей разных рас и национальностей, живущих в прекраснейшем американском портовом городе Сан-Диего на берегу Тихого океана, прямо на границе с Мексикой. Перелет короткий. Успешно приземлились в аэропорту Ванда в Хельсинки. Подхожу к табло и вижу, что полет в Чикаго с 46-го гейта, а идти до него 30 минут. В следующем моем видео смотрите, что я делала 3 часа в аэропорту в Хельсинки и как я летела в Чикаго. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте новое
и заряжайтесь положительной энергией вместе со мной. Ваша зажигалочка.